Благослови, душе моя, Господа, благословен еси, Господи. Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его. Благослови, душе моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззакония Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тя милостью и щедротами, исполняющего во благие желания Твое, обновиться яко орля юность Твоя. Творяй милостыни, Господи, судьбу всем обидимым, сказа пути своя Моисеуви, сыновом Израилевым, хотения своя. Щедрый милостив Господь, долготерпеливый, много милости, не до конца прогневается, ниже век враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам. Яко по высоте небесней от земли утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его. Велико стоят востоцы от западу, удалил есть от нас беззакония наша. Яко же щедрый Отец Сын, и щедрый Господь боящихся Его. Яко Той позна создание наше, помяну яко перстись мы. Человек, яко трава дние Его, яко цвет сильный, так отцветет. Яко дух пройдет в нем и не будет, и не познает тому места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынях сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его творития. Господь на небеси уготова престол свой, и царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, синей крепостью, творящие слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычества Его. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его. Благословен еси, Господи. Thank you.
Послание к евреям святого апостола Павла. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие, и не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью. Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою своею. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. От Марка святое благовествование. И пошел Иисус с учениками своими в селение Кесарии Филипповой. Дорогою он спрашивал учеников своих: «За кого почитают меня люди?» Они отвечали: «За Иоанна Крестителя», другие же: «За Илию», а иные: «За одного из пророков». Он говорит им: «А вы за кого почитаете меня?» Петр сказал ему в ответ: «Ты Христос». И запретил им, чтобы никому не говорили о нем. И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержено старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Итак, не всегда будем искать победы. Конечно, оскорбивший обыкновенно одерживает победу над оскорбленным, но это худая победа, так как она причиняет погибель победителю. Между тем обиженный и мнимо побежденный, когда переносит обиду великодушно, без сомнения, получает блистательный венец. Во многих случаях лучше претерпеть поражение, и это даже есть самый лучший способ победы. Если бы кто ограбил кого, или нанес кому удары, или завидовал кому, то претерпевший это и не оказавший сопротивления остался бы победителем. Но что говорить о грабительстве и зависти? Влекомый на мучение также бывает победителем, когда терпит тузы, биение, сечение и мучительную смерть. Как в обыкновенном сражении падение считается поражением, так у нас — победою. Мы никогда не бываем победителями, когда делаем зло. Напротив, всегда побеждаем, когда терпим зло. Точно так же и блистательная победа бывает тогда, когда мы терпением побеждаем обижающих нас. Отсюда видно, что эта победа от Бога, потому что она имеет свойство противное обыкновенной победе, что и служит доказательством могущества. Так и морские камни рассекают ударяющиеся об них волны. Так и все святые тогда прославились и получили венцы и воздвигли себе блистательные трофеи, когда одержали такую, чуждую сопротивление, победу. Не тревожься, не беспокойся. Бог дал тебе силу побеждать, не сражаясь, но через одно только терпение. Не ополчайся, не выходи сам, и ты одержишь победу. Не сражайся, и ты получишь венец.
Ты гораздо сильнее самого могущественного из твоих противников. Что ты стыдишь сам себя? Не давай ему сказать, что ты победил через сражение, но пусть он изумляется твоей непобедимой силе и всем говорит, что ты победил его без сражения. Так и блаженный Иосиф прославляется за то, что терпением победил сделавших ему зло. И братья, и египтянка злоумышляли против него, но он их всех победил. Не говори мне ни о темнице, где он был заключен, ни о царских палатах, где жила эта жена. Но покажи, кто был поражен и кто остался победителем, кто в скорби и кто в радости. Египтянка не могла победить не только этого праведника, но даже собственные страсти, а он победил и ее, и жестокую болезнь. Если хочешь, то выслушай самые ее слова, и ты увидишь победу. «Ввел еси нам сюда отрока евреина, наругатися нам». Бытие, глава 39, стихи 14 и 17. «Не отрок наругался над тобою, несчастная и жалкая женщина, а дьявол, который внушил тебе, будто ты можешь сокрушить адамант. Не муж твой привел к тебе отрока евреянина, злоумышляющего против тебя, но злой демон, который вложил в тебя нечистую похоть, он надругался над тобою. Что же делает Иосиф? Он молчит. И также осуждается, как и Христос, потому что все случившееся с Иосифом служит образом того, что произошло с Христом. Иосиф был в узах, а эта женщина в царских чертогах. Но что из того? Он был славнее всякого венценосца, хотя томился в узах, а она была несчастнее всякого узника, хотя жила в царских чертогах. Впрочем, победа и поражение должны искать не только здесь, но и в самом окончании дела. В самом деле, кто достиг желаемого? Узник, а не царица. Тот старался соблюсти целомудрие, а это хотело его лишить такового. Кто же теперь получил желаемое? Тот ли, кто потерпел зло, или та, которая сделала зло? Очевидно, тот, кто потерпел зло. Таким образом, он остался и победителем. Итак, зная это, будем искать той победы, которая получается через претерпение зла, и избегать той, которая достигается через нанесение зла. Тогда мы и настоящую жизнь проведем безмятежно и совершенно спокойно, достигнем и будущих благ, благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Помилуй меня, Боже, по велице и милости Твоей, по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Ныпаче умыми от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною есть вину. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишеся во славе всех Твоих и победиши в нигда судить идти. Себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя, мати моя. Себо истину возлюбил еси безвестная и тайная, премудрости Твоей я явил ми еси. Окропиши мя и сопом и очищуся, умыеши мя и паче снега убелюся. Слуху моему дася радость и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие мое очисти. Сердце чисто созижде во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздажди мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя.
научу беззаконные путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся, избавим от крови, Боже, Боже, спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел, еси жертвы дал бы хубо, все сожжения неблаговолиши, жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное смиренно, Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и досозиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Живый в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится, речет Господи, весь заступник мой еси, прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко то избавит тебя от сети ловчи и от слови семя тележно, плечма своим осенит тебя и под крыле Его надеешься. Оружием обыдет тебя истина Его, не убоишься от страха ночного, от стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от срящие беса полуденного. Падет от страны твоей, а ты сящает тьма одесную тебе, к тебе же не приближится. Обаче очима твоим осмотришь и воздаяние грешников узришь. Яко ты, Господи, упование мое, Вышнего положилось и прибежище твое. Не придет к тебе зло, и рано не приближится телеси твоему. Яко ангелам своим заповесть о тебе сохранить и тело всех путях твоих. На руках возьмут тебя, да никогда преткнешь камень ногу твою. На аспида и василиска наступишь, и попереши льва и змея. Яко на мя упова и избавлю и, покрыю и, яко позна имя мое. Воззовет ко мне и услышу Его, с Ним есть в скорби, изму Его и прославлю Его, долготою дней исполню Его, явлю Ему спасение мое. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, яко на тя упова душа моя, и на сень крилу Твоею надеюся, донде же прийдет беззаконие. Воззову к Богу Вышнему, Богу благодеявшему мне, посла с небесей спаси мя, дадев поношение попирающие мя. Посла Бог милость свою и истину свою, и избави душу мою от среды скимнов, поспах смущен. Сынови человечести, зубы их оружие и стрелы, и язык их меч остр. Вознесися на небеса Божие и по всей земле слава Твоя. Сеть уготоваша ногам моим, и слякоша душу мою, и скопаша пред лицем моим яму и в подошовню. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое. Воспою и пою во славе моей. Восстань, слава моя, восстань, псалтирю и гусли, восстану рано. Исповемся Тебе в людях, Господи, воспою Тебе во языцах. Яко возвеличися до небес милость Твоя и даже до облак истина Твоя. Вознесися на небеса Божии по всей земле слава Твоя. Воздвиг очи мои в горы, отнюдь уже придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворшего небо и землю. Не дашь во смятение ноги твои, я ниже воздремлет, храня тебя. Все не воздремлет, ниже уснет, храня Израиля. Господь сохранит тебя, Господь покров твой на руку десную твою. Во дни солнца не ожжет тебе, ниже луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь сохранит вхождение Твое и исхождение Твое отныне и до века. Yeah.
Духа, ныне и присно, и во веки веков. О Пресвятей Владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии, со умилением помолимся. Пресвятая Богородице, спаси нас. Царице моя преблагая, надежда Yeah.